الصلاة رحمكم الله إلى الصلاة الجامعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Мы в прошлую пятницу говорили о том, что необходима дружба между мусульманами, что необходим каждому брату, брат по вере, для того, чтобы мы были для кого-то друзьями, или же для того, чтобы у нас были друзья, для этого есть вещи очень необходимые, без которых дружба не представляется. Братство по вере в исламе не представляется без этих вещей. Конечно, эта тема широкая. Здесь необходимо знать, с кем следует дружить, и необходимо знать свои обязательства перед своим братом по вере, перед своим другом. Потому что дружба двух людей, двух мусульман, за эту дружбу перед Всевышним предстоит ответ. Придется ответить, выполнял ли ты свои обязанности перед своим другом или нет, не предал ли ты его, не нарушил ли ты условия братства в исламе, то есть подружиться в исламе – это непросто. Это на улицах очень легко. На улице молодежи сегодня дружит с одним, завтра с другим. И вообще у мусульманина, нравственного, нормального мусульманина, не бывает бывшего друга, бывших друзей. Он друзей не меняет. Он дружбой дорожит, он дружбу ценит. И когда сравниваешь нашу жизнь с тем, к чему нас посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям призывает в этом плане, и какой пример посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям нам показал, какую сунну он нам показал, становится печально. Какая же разница? Как же мы далеки от сунны пророка, саллаллаху алейхи ва саллям? Как же мы далеки от настоящего поведения мусульманина в этом отношении? Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, не то что он друзей не терял, он думал всегда над тем, чтобы врага превратить в своего друга. А тут удивляешься, тут у каждого из нас очень много врагов. Так не должно быть. Врагов не должно быть у нас среди мусульман. У нас должны быть только братья, только друзья. И почему-то многие из нас очень легко могут приобрести себе врага. Возможно ли такое? Нет, конечно. У мусульманина не может быть врагов, может быть, есть у него враги. В первую очередь это его нафс, шайтан. И не дай Аллах, если будет внешний враг, который хочет нанести, вторгнуться, это агрессор там и так далее. А среди братьев мусульман, среди родственников, врагов у мусульманина быть не может. Не может. Есть у нас одно... Проронив одно слово, мы тут же этого человека на всю жизнь
презираем и думаем, как же навредить. Поэтому, дорогие братья, братство в исламе имеет очень высокую степень перед Всевышним Аллахом. А на основе чего возникает братство? Братство в вере невозможно без хуснуль хулук, без благого нрава. Обладающий благим нравом, он такой, это тот, с которым дружат и который дружит, которого окружают, которого любят. Злонравие разрывает дружбу. Злонравие превращает друзей во врагов. Поэтому необходимо нам обладать благим нравом. Без благого нрава, без хуснуль хулука невозможно представить себе дружбу. Ведь посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, одним из ярчайших, самых ярких его черт, его отличий была высокая его нравственность, ибо Всевышний Аллах сказал: «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, ва иннака лаала хулукин азим». Он также сказал: «Больше всего людей приводит в рай благой нрав». Больше всего. Ни молитва, ни что-то другое, ни какое-то, а именно благонравие – это то, что больше всего людей приводит в рай, сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма. Мы знаем, не раз говорили и о том, что вся религия посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сводится к благонравию. Конечно, о благонравии говорить нужно много. Но были случаи, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, вкратце изложил суть благонравия, когда у него спросил Абу Хурайра, радиаллаху анху. Когда у посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, Абу Хурайра спросил: «Что же такое, я Расуль Аллахи, хуснуль хулук?» Посланник Аллаха ответил, вдумайтесь очень внимательно в эти слова: «Тасилу ман катаак». Это значит сохранять связь с тем, кто их разрывает. «Ватаафу амман заламак». И чтобы ты простил тому, кто тебя притеснил, кто к тебе несправедлив. За одну несправедливость в свой адрес один из нас всю жизнь об этом говорит. Вот со мной вот так поступили, не может забыть об этом. А прощать этому человеку, оставить его вопрос на суд Всевышнего Аллаха, постараться забыть то притеснение, причиненное тебе. Вот что такое благой нрав. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям говорит: «Ватафу амман залямак», чтобы ты простил того, кто сделал тебе зулм. И дальше послушайте: «Ватуутия ман харамак», и чтобы ты дал тому, кто тебе отказал, кто тебе сказал нет, кто тебе сказал не могу, не хочу. Вот ему сделай добро, говорит посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Вот что такое благонравие. А теперь вот с этими тремя заповедями о благонравии сравним себя. Сравним внимательно. Дорогие братья, есть способ слушания проповеди, разный способ. А есть очень внимательный способ, когда внимательно ты слушаешь, а ведь эти слова не мои слова, ни каких-то других, это слова пророка, саллаллаху алейхи вассаляма. Их нельзя просто так мимо ушей пропускать. Их нельзя мимо ушей пропускать. Это тот жемчуг, та драгоценность, которая так просто так вам доступна, нам доступна. Я себя не выделяю из вас числа. Я больше всего в этих хадисах и в этих смыслах нуждаюсь. То братство, которое возникает на основе веры во Всевышнего Аллаха, это величайшее благо Всевышнего Аллаха. Это то братство, которое не способно создать ни одно живое существо. Никто не смог. Это Всевышний Аллах. Аллах об этом упоминает среди многочисленных своих благостей. Аллах говорит: «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, ляу анфакта ма фил арди джамиа, ма аллафта байна кулубихим».
وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. Если ты, о Мухаммад, израсходуешь, потратишь все, что на земле, чтобы объединить сердца этих людей, людей уверовавших, ты их не объединишь, говорит Аллах Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, но однако Аллах объединяет их сердца. Поэтому, дорогие братья, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, еще характеризует мумина. Мусульманин – этот мумин, тот человек, которого должны любить все, который должен притягивать сердца людей, сердца своего окружения. И посланник Аллаха говорит: «Аль-му'мину алифун, алифун ма'луфун, ва ла хайра фи ман ла я'лафу, ва ла ю'лаф». Му'мин – это тот, который притягивает, который привлекает к себе, располагает себе людей, общество, и сам располагается к людям. То есть тот му'мин, который совершает ибадат и в то же время необщительный, который избегает общества, к которому люди не тянутся, этот мумин не настоящий мумин. Поэтому благонравие в дружбе – это тот клей, который склеивает это братство. Это то, на чем может существовать братство в исламе. Аль-Джунайд, великий суфий, имам Аль-Джунайд Аль-Багдади говорит: «Лаан ясхабани фасикун сайи ул-хулуки ахаббу илайя мин ан ясхабани абидун сайи ул-хулук». Он говорит, чтобы со мной подружился грешный, но однако обладающий добрыми манерами, мне лучше, говорит, мне дороже, чем чтобы со мной подружился абид, который поклоняется Всевышнему Аллаху, но однако обладающий мерзкими характерами, мерзкими чертами, говорит Аль-Джунайд Аль-Багдади. Поэтому это очень важно. Благодаря благонравию, только благодаря благонравию может существовать, возникать братство по вере. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: «Ма тахабба ثنان في الله إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه». Двое не полюбят друг друга ради Аллаха, кроме как Всевышнему Аллаху будет милым среди них, самым милым, самым дорогим будет тот, кто больше всего любит своего друга, своего брата. Вот у кого больше любовь к своему брату, тот будет милее Всевышнему Аллаху, говорится в хадисе посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И что мы здесь понимаем? Мы понимаем, что выстраивая братство со своим братом по вере, любя его, мы приближаемся ко Всевышнему Аллаху. Мы получаем от Всевышнего Аллаха все больше и больше наград. Это большое поклонение Всевышнему Аллаху. Также вы очень часто слышали хадис о семерых людях, которые будут наслаждаться в тени арша в судный день, когда не будет иной тени, кроме как тени Всевышнего Аллаха, тени арша. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: «Саб'атун юзиллюхуму Аллаху фи зиллихи, яума ла зилля илля зиллюху». Семерых Всевышний Аллах семерым предоставит тень в судный день, когда не будет иной тени. Первый – это справедливый имам, то есть тот, кто выносит решение между людьми. Второй – «Вашаббун наша'а фи ибадатиллахи» – юноша, который растет в поклонении Всевышнему Аллаху. «Вараджулун калбуху мутааллиқун биль масаджид» – и человек, чье сердце привязано к мечетям, к мечети. Каким образом? «Иза хараджа минху хатта яуда илайхи». То есть, когда он выходит из мечети, до тех пор, пока он опять не вернется, его сердце привязано к мечети. Этот человек один из тех, кто будет в тени арша. И следующий – это «Раваджуляни тахабба филлахи». Это два человека, которые полюбили друг друга ради Аллаха, которые «иджтамаа аля залика ва тафаррака алейхи», которые собираются вокруг любви Всевышнему Аллаху и расходятся вокруг любви Всевышнему Аллаху. И другой человек, который упомянул Всевышнего Аллаха, вспомнил о Всевышнем Аллахе, поминает его искренне
и от этого у него выходят слезы. Вараджулун, и другой человек, говорит посланник Аллаха, которого соблазнила знатная, богатая женщина, соблазнила к греху, и он сказал: «Инни ахафу Аллаха, я боюсь Аллаха». И другой человек, говорит посланник Аллаха, будет в тени, который отдал в милостыню и скрыл его таким образом, чтобы его одна рука, то есть левая рука, не узнала то, что отдала правая рука. Вот эти, среди этих семерых два человека, которые удостаиваются столь высокой степени ради той любви, ради той дружбы, которую они скрепляют между собой, сохраняют. Также мы знаем, когда слышали хадис пророка, когда посланник Аллаха рассказал о человеке, который решил посетить своего брата, отправился к нему в гости. Посланник Аллаха говорит: «Фаарсадаллаху ляху малякан». Такому человеку в засаде Всевышний Аллах назначает, оставляет ангела. И этот ангел спрашивает у него: «Ты куда идешь?» Он отвечает, говорит посланник Аллаха: «Я иду посетить своего брата, такого-то, такого-то». Он у него спрашивает: «У тебя есть какая-то нужда к нему?» Он говорит: «Нет». «У тебя есть родство с ним?» Он говорит: «Нет». «Или же ты перед ним в долгу, чтобы ты его посетил?» Он говорит: «Нет». «А зачем ты друга своего к этому человеку идешь?» Тот отвечает: «Ухиббуху филлях». «Я его люблю ради Аллаха. Поэтому я к этому человеку иду». И тогда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, рассказывает далее. Ангел ему говорит: «Меня послал к тебе Господь Аллах рассказать тебе о том, что Всевышний Аллах тебя любит за то, что за твою любовь к тому человеку. Вакад ауджаба лякаль джанната». И Всевышний Аллах тебе предписал рай. То есть, когда ты человека, будь это алим, будь это человек, с которого ты берешь, можешь брать пример, когда ты этого человека любишь, когда ты этого человека посещаешь, вот такая награда, величайшая награда бывает за это мусульманину. Для того, чтобы то, что касается дружбы, дорогие братья, в дружбе есть долги, обязанности. Это не просто так проводить время друг с другом. Это ответственность. Быть другом – это ответственность. В первую очередь, эта ответственность касается материальной стороны, твоего имущества. Потому что пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Инна мафалал ахавайни, мафалул ядайни, тагсилу ихдахума л-ухра». Пример двух братьев – это пример двух рук, одна моет другую. То есть одна рука моет другую. Одна рука не обходится без другой руки. Вот такой пример двух братьев, сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма. В чем, каков же смысл в этом заключается? То есть заключается смысл следующий, что они друг друга поддерживают в одной цели, помогают друг другу. И братство полноценным бывает только тогда, когда они друг друга поддерживают, в нужную минуту оказываются рядом друг с другом. А не так. Ведь мы знаем, посмотрите, человеку богатому очень легко иметь друзей. Все хотят с ним дружить. Но наступает период, когда как тень уходит это богатство, и остается этот человек один, и он теряет друзей. Значит, это была не дружба. То есть та дружба, вот этой дружбой так называемой, нельзя обманываться многим из нас, многим и власть имущим, и тем, которые стали, обрели мирское богатство. В таком случае, что с этим человеком происходит? Он думает, вот то окружение, которое его восхваляет, рассказывает ему только все красивое и братского совета, которые способны не дать. Это не дружба и это не друзья. На таких людей полагаться нельзя, потому что это люди, которые имеют какую-то свою корысть. А брат, настоящий друг,
он больше всего окажется рядом с тобой именно тогда, когда ты в нем нуждаешься. Вот что такое братство. Это поддержка своим имуществом. Это имам Аль-Газали на первом месте упоминает, это долг. Поэтому в этом в отношении мирских обязательств, материальных обязательств, люди в своей дружбе имеют разные степени. Самая низкая степень, считает имам Аль-Газали, это считать своего друга на уровне своего подопечного. Вот стал он моим другом, тут же ты уже готов к тому, что если будет у него какая-то проблема материальная, что он наряду с твоими членами семьи, он его ты будешь опекать, и ему ты будешь помогать. Это самая низкая ступень братства. Решать его проблемы, оказывать ему материальную поддержку. Способны ли мы быть такими друзьями? Задавайте себе вопрос. Вторая степень – это считать его на уровне самого себя, то есть то, что для себя и для него. Это вторая ступень такого вот, это более лучшее братство. То есть довольствоваться для него тем, чем бы ты довольствовался для себя, и не желать для него того, что защищать его, ограждать его от всего того, что ты себя ограждаешь. Это вторая ступень. Самая высшая ступень братства по вере относительно материального – это оказывать ему предпочтение. Ему предпочтение, нежели себе. То есть, включая себя, предпочитать его во всем, во всех его нуждах, во всех его материальных проблемах. Вот это высшая ступень братства. Предпочитать его проблемы, нежели своих проблем. Если ты не находишь в себе хотя бы одну из этих ступеней, значит, ты этот долг перед своим братом по вере не способен выполнить. Следующее, дорогие братья. То есть в этой степени, конечно, можно приводить очень много примеров, какими были братьями Сахаба, радиаллаху анхум. Вспомним в одной из битв. Один искал своего родственника, своего брата среди раненых после битвы. И он подходит к нему и предлагает, он попросил воду. И он приносит своему родственнику воду. И этот сахаби слышит стон другого раненого. Он говорит, ему сначала отнесите воду. Тот относит воду ему. Когда к нему принесли, преподносит он эту воду, тот услышал стон другого, говорит, идите, отправляйся к тому. И когда он третьего напоил и возвратился, он уже не находит в живых тех людей, которым он сначала предлагал воду. Вот такое предпочтение, вот такое было братство, настоящее братство. Это высшая степень братства по вере. Оно не бывает одинаковым, оно разнится. Сегодня братство в исламе среди мусульман, от этого братства, я думаю, было бы достаточно, даже чтобы они не предавали бы друг друга. Сегодня друг друга предает. Сегодня друг друга бросает, покидает, когда наступает малейшее затруднение в его жизни. Он отгораживается от него, отдаляется от него. Так не должно быть. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма. То есть следующий долг – оказывать поддержку, помощь своим физическим телам. Заниматься хлопотами. Быть готовым отзываться на любую поддержку со своей стороны, когда ему необходимо поехать куда-то, поговорить с кем-то, отвезти что-то, решить какую-то проблему. То есть физическая поддержка своего брата. Это второй долг. Один из прежних
Салиф Салихунов говорил: «Иза стакзайта ахака хаджатан фалам якзиха, фазаккирху саниятан, фалааллаху ан якуна кад насия». Если ты попросишь решить какой-то вопрос у своего брата, и он его не решил, то есть не потому что не мог, а просто не решил, напомни ему второй раз, говорит он. Может быть, он и забыл твою просьбу. А если он его не решит, и после второй просьбы, «факаббир алейхи», сделай за ним такбир. То есть он для тебя не друг. То есть вот так считай, говорит он. То есть братство по вере должно иметь взаимное сострадание, взаимовыручку, взаимную поддержку. Без этого, конечно, братство не представляется. И не бывает, и даже не называй такого человека своим другом. Следующий долг твой перед своим братом. Долг относительно твоего языка. Это что означает? Это значит, чтобы ты своим языком поддерживал своего брата, не разоблачал его недостатки, не разглашал его секреты, чтобы ты за его спиной ни в коем случае не хулил, не унижал, не следил за ним, за его состояниями. То есть, когда брат твой по вере тебе доверяет какой-то секрет, какой это аманат, какой-то разговор. И, к большому сожалению, в этом плане наша дружба хромает. Друг другу доверяет какой-то рассказ, друг другу оказывает какое-то доверие. Он тут же узнает об этом, что все знают об этом, рассказывают где-то, тут-то, там и так далее. Женщины в первую очередь узнают те секреты, те тайны, которые друг другу доверяют. Это разве дружба? Это долг, это большой аманат. Поэтому к дружбе нужно подходить с большой степенью ответственности. И в завершении еще раз хочу напомнить о том, что, дорогие братья, самое страшное, что сегодня распространено между нами, это то, что врагов друг у друга у нас очень много, чего не должно быть. В одной среде, среди мусульман друзей не должно быть, врагов не должно быть. Ни в коем случае. Если у тебя есть враги, если у тебя есть, если ты кого, это значит, один из вас виноват, один из вас обладает злым нравом. Вернемся в историю пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассаляма. Каким образом посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, злейших своих врагов превращал в своих близких, самых сердечных своих друзей? Он над этим размышлял, когда кто-то, кого-то среди нас, кому-то причиняет обиду, тот обиженный, тот, кого обидели, он всю жизнь как будто бы находится в засаде, ждет случая ответить по самому больному месту. Это не хулюк, это не нрав ислама. Мы же сказали, «Ва'фу амман заламак». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Прости тому, кто тебя притеснил». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, еще когда его дават, его призыв был слабым, будучи в Мекке, Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, посланнику Аллаха, захотелось зайти в Каабу. Он подошел к хранителю ключей Каабы, был такой Усман ибн Абу Тальха аль-Абдари. Он попросил его разрешение у него впустить в Каабу. И в ответ он был язычником, был неверующим. И тогда этот человек не то что не впустил пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассаляма, он взял посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, за ворот и оттолкнул и сказал: «Никогда я тебя в Каабу не пущу». В ответ посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, мог бросить клич своему Бану Хашимам, своему знатному роду, и тут же устроить большие тяжелые разборки, кровопролития. Нет, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, отступил, улыбнулся
и сказал, я Усман ибн Абит Альха сказал он ему, что ты скажешь, когда этот ключ, который у тебя, в один день у меня будет находиться в моих руках, и я буду решать, кому этот ключ отдать. Усман ибн Абит Альха отвечает, «Залика яуму шуумин», сказал он, «это будет самым несчастным в моей жизни днем», он сказал. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «но этот день наступит, этот ключ, ключ от Каабы будет в моих руках». И произошло то, что произошло, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, не смог войти, посланник Аллаха не смог войти в Каабу. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, с улыбкой отступил назад. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, ждал 17 лет. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, спустя 17 лет, когда он вернулся в Мекку победителем, взяв Мекку, он подошел к Каабе. Опять посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, нужно войти в Каабу. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, где Усман ибн Абит Альха? Сказали, он у себя дома. Ведь было сказано, то те, кто закроются у себя в жилищах, у себя дома, им гарантирована защита, они будут защищены. И он сидел дома. А этот Усман ибн Абит Альха забыл про эту историю. И когда за ним пришли, он уже шел, убежденный в том, что ему отрубят голову, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям отрубит ему голову, заберет у него ключ. И он идет. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям ему говорит, «Я Усман ибн Абит Альха, помнишь ты тот день, когда я захотел зайти в Каабу, и ты сказал, что этот день будет самым несчастным днем твоей жизни. Открой Каабу». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, вошел в Каабу, очистил Каабу от идолов, а ключ находился в дверях. Когда вышел, взял этот ключ. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, это ключ Каабы. Кому же его отдать? И тогда Аббас, дядя пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, не сдержался. Он захотел эту большую привилегию быть хранителем Каабы и сказал, «Я Расуль Аллахи, о мой племянник, дай этот ключ мне, пусть у нас будет эта привилегия». И сахаба все ожидали, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сейчас будет решать о том, кому же этот ключ отдать. И тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, ответил им всем, он сказал, «Воистину Всевышний Аллах мне повелел и сказал, «Аддил аманати иля ахлиха». Возвращай аманаты, веренные к тем людям, которые являются достойными его. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, позвал Усмана ибн Абит Альхата и сказал, возьми этот ключ будет находиться у тебя и будет находиться у вашего рода. И по сей день этот ключ находится у рода Усмана ибн Абит Альхата аль-Абдария и сказал, и никто не посмеет забрать этот ключ, кроме как по несправедливости, ключ будет находиться у вас. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва салляма, вот к чему нас призывает посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва салляма. Если бы посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва салляма, отрубил бы голову Усмана ибн Абит Альха, отомстил бы ему, он был бы обычным правителем, обычным королем, триумфатором, который победил, которые только и знают мстить. А посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, ведь он пророк, и он нам показывает этот пример. Тому человеку, которому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, запретил войти в Каабу, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, каким образом ответил. И он думал именно так. Он всегда размышлял о том, как же сделать из врага, из недруга своего друга. А мы думаем так. А мы наоборот, мы думаем, каким же образом отомстить, как же ответить, как же напомнить тот день. И давайте мы постараемся хотя бы чуточку быть похожими на посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва салляма. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. رحمكم الله
الصلاة الجامعة.